Мы смотрели на сияние в небе и не понимали, что произошло. На какое-то мгновение у нас закружилась голова. Что это было? Не знаю, но мне это не нравится. Я домой хочу, скучно гулять. Тим, я с тобой согласен, дома лучше. Не хочу Новый год. Я тоже. И мне как-то не весело. Друзья, что с вами? Вы же так ждали праздника. Я знаю, но почему-то нет желания его отмечать. Элвис прав, ничего не хочется. Это очень странно. Алиса, я сам не понимаю, как такое может быть. Но походу что-то случилось, что могло повлиять на ход событий. Да, нужно как-то выяснить, что могло повлиять на вас. Алиса, а с тобой все в порядке? Да, я очень жду Новый год. Получается, среди нас только у тебя ничего не изменилось после того сияния. Вот-вот, походу всему виной сияние в небе. Надо найти других котиков и узнать у них про это. Пока продолжались наши поиски, уже значительно стемнело. Но вскоре мы наткнулись на одну небольшую деревушку. И возле одного домика увидели кота-бабулю. Добрый вечер. Здравствуйте, котятки. Вы заблудились? Нет, но нам нужна помощь. Что у вас тряслось? Сегодня днем в небе произошла яркая вспышка, после чего все небо засияло и вместо снега посыпалась сверкающая пыльца. Ох, ребятки, значит, все-таки не будет Нового года. Что значит не будет?